преддверии нового учебного года сотрудники госавтоинспекции присоединились к акции «Безопасность детства», организованной командой молодежки Общероссийского народного фронта. Отвлекись от телефона, прочтешь СМС на другой стороне, возьми ребенка за руку. Такие предупреждающие надписи нанесли возле пешеходных переходов. Школьникам напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения при переходе проезжей части, вручив информационные памятки.